Подарунки з нагоди свята отримали могилевские медики. У Могилевской больнице номер 1 открылось отделение неврологии. Треба отзначить, что у названной установи, что год проходит лечение около 3000 пациентов этого профилю. Передали больнице и 3 автомобиля худкой допомоги. Их набыли за лиг городского бюджету. И реанимационный автомобиль с участным обсталеванием от Беларусьбанка. Это один из проектов социальной программы «Вектор Добрыни», якое реализует Ашадный банк. Спецмашины позволят оперативно оказывать медицинскую допомогу пациентам. Их подарили Могилевской больнице номер 1, одной из самых великих медицинских установ в области. Это не просто автомобиль сегодня подарен. Автомобиль оснащен новейшей аппаратурой медицинской, которая позволит вовремя диагностировать, вовремя оказать, самое ведь главное, оказать первую помощь, когда в ней нуждаются. Дальше привезут, и врачи-медики здесь на месте в стационаре сделают свое дело. Вот важно установить диагноз, важно помочь человеку определенный период до стационара оказать медицинскую услугу.